преображаются городские пространства в Самаре, какое значение придается городской среде и как измеряется степень ее комфортности. Поговорим в программе «Совет моего дома» 2 августа в 19:35 с гостями в студии Алексей Старостин, заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самары, и Данил Морозов, глава промышленного внутригородского района городского округа Самара.